Благовещенские выставки становятся не хуже петербургских. Здесь и фуршет, и светская беседа. В такой обстановке понять искусство проще, хотя в этот раз скрытых смыслов искать не нужно. Вот девушка Настя, будто утопающая в осенней листве. Неподалеку рыцарь в непроглядной мгле. Так и манит смотреться в детали. Интересные мазки, даже переходящие в подпись, да, очень даже гармонично, даже вот это смотрится. Ну, очень такая полноценная картина, сочетание каких-то красок и ну, очень профессионально сделано, и какие-то нюансы проработаны очень тонко, знаете, как живая такая. Как и название выставки «Дыхание жизни» – 7 десятков картин «Дети молодого художника Артура Соснина», который на первой своей жизни персональной экспозиции еще и на гитаре играет, а рука-то у парня сломана. А вторая тарелка – это была самая настоящая любовь, которую он себя сильно любит и обнимает, как свое дитя. Музыкальный перформанс неспроста. В нем автор повествует о главной картине, на которой он сам. Прикрытый ангельским крылом от руки дьявола. Молитва – дипломная работа. Но дорога художнику не поэтому. Полотно подобно химической таблице Менделеева. Однажды Артуру приснилось. Знаете, которое существо, оно как бы говорит: «Смотри». И вот этот свет, который ко мне подходит, он меня как бы обнимает. И я почувствовал такие объятия, как будто по-настоящему меня кто-то обнял. Я тут же проснулся, в слезах весь проснулся, и я понял, что вот это вот надо, ну, нарисовать. И что Бог тебя любит, это именно вот это то, что Он тебя обнимает крепко, как сына, как своего ребенка, и никуда не отпускает больше. Львиная доля картин – портреты. Сильная сторона Соснина. В них правильно подобранные краски, отголоски японских техник, глубокий человеческий взгляд. Он хорошо работает, он улавливает глаза, умеет их, так сказать, очень реально выписать. И все это предполагает, что мы не просто созерцаем, но мы входим в душу именно того портрета, который перед нами, который у нас вот в чувствовании, есть такое понятие психологии искусства, в чувствовании. Прочувствовать настроение портретов и многих других жанров благовещенцы могут за символическую сумму. Со стен подвала картины снимут 12 ноября. Кристина Каширина, Дмитрий Тарасов, программа «Город».